Здравствуйте! На нашем канале мы уже неоднократно говорили о продукции завода «Термокрафт», который находится недалеко от Новосибирска. Этот завод производит очень интересные отопительные котлы, но также в его ассортименте есть еще и банные печи. И сегодня мы поговорим об одной из новинок этого завода, ну как новинок этой печи, около полугода модели этой. Но, тем не менее, она сейчас активно входит в рынок, и было бы интересно вам про нее рассказать. Это печь Марта, и у этой печи есть главное отличие от всего того многообразия, которое представлено практически в любом печном магазине. Это толщина металла. Главная фишка этой печи – это ее длительный ресурс. Как на дровах, так и на угле она прослужит вам очень-очень долго. Друзья, познакомьтесь, это Виктор, владелец бани, в которой установлена печь от завода «Термокрафт», печь «Марта», о которой мы сейчас с вами будем смотреть ролик. Виктор, ну, я уже задавал вам вопрос, готовы ли повторить ответную камеру? Заставляли вас на заводе, на котором вы работаете, купить эту печь, получить ее, так скажем, под зарплату? Нет, в производство только эта печь вышла, мне как бы она сразу понравилась, и я как бы решил, что у себя в бане у меня пора поменять печь. Ага, а по какой причине меняли печку? Стояла у меня до этого печь Ермак, которая вся прогорела. Угу. Печь давно стояла? Года три максимум служила, все. Ну ладно, печку я еще сниму, посмотрю, если не выбросили. Да нет, кстати, не выбросили. Ну отлично, сейчас мы ее посмотрим. А по какому критерию отбирали вот эту новую печку? Чем она приглянулась? Толщина стен, каменки, верхние огнеотбойники. Ну, как бы, грубо говоря, по долговечности. Долговечность этой печи, как бы, мне внушила, скажем так, доверие. Ну, еще бы, там толщина стенок самой топки 6 мм, а свод каменки 8 мм. И сталь котловая. Так точно, сталь котловая. Ну что ж, ну, давайте посмотрим. Как вы управляетесь с вашей печью? Я попросил хозяина затопить ее, хоть, в принципе, нужды особой в этом не было сейчас. Но, тем не менее, поддадим парку, я думаю. Ну, давайте попробуем. Виктор, сколько банная печка уже эта стоит? Месяца 3-4. Ну и как оно вообще? Нарекания есть? Да нет, в принципе. В основном все в порядке. Дверка-то у нее, получается, котельная стоит у этой печки. Да? Со шнуром. Со шнуром, с теплоотбойником. С теплоотбойником. То есть такая массивная дверь. Получается, эту печку можно топить еще и углем. Да, конечно. Тяга замечательная, он дрова толстые, сразу разгорелись. Миллиметр труба, в принципе, как и указано в инструкции. Пойдем в парную, посмотрим, что там. О, банька, прям как с картинки. Все есть. Полок, шампунь, мочалки, тазики. Все, что нужно, есть. Ну и по традиции можно вот увидеть, как наш народ любит париться. Каменка забита под завязку, еще сверху камни уложены, но здесь они, конечно, еще от трубы разогреваются. Вот такой портальчик сделан. Виктор, ну парилка у вас совмещена с мойкой, то есть это одно помещение. Объем у нее что-то где-то 3 на 2, еще на 2, да, где-то кубов 12 получается. Ну да, где-то так. Где-то так. Специально строили себе такую парную, чтобы можно было тут же и посидеть. Да, и попариться, и помыться. А, кстати, а удобно ли пользоваться баком? То есть, я имею в виду, что, в принципе, наверное, да, сидишь на полке, тут же зачерпнул из бака. И да, вполне, тут же и сразу на камне. Ну и получается, минут 10 уже печка топится, а вода в баке-то уже греется. Ну а ты, друг, в баню-то ходишь? Да. Любишь париться? Да. Хорошая печка стоит у папки в бане. Только я не буду наверху париться, я боюсь. Жарко слишком? Да я боюсь, потому что я упаду. А, ну ясно. Камня нет.
Вот та печь, про которую говорил хозяин бани. 3 года этой печки. Вот 3 года она прослужила и во что вот превратилась. Ну, прям пожила, пожила старушка. Да, это... Ух ты, елки-палки. Вон оно что. Я-то думал, там небольшие проблемы были, а тут прям... Прям все по жесткой. Виктор, ну а еще какие планы по бане-то есть? Ну, печку я заменил, посмотрел, труба, грубо говоря, еще нормальная. Но вообще в планах пожаробезопасную трубу поставить. Ну да, то есть как бы здесь потолочка временная стоит сейчас. И стену за трубой надо бы ее маленько теплоизолировать. Хоть она и далеко от трубы, но все равно. Ну и самое главное, конечно, потолочка. Камни долго прогреваются в каменке? Да нет. Как бы, в принципе, времени засекал. Ну, я не знаю, в районе получаса-часа. В летнюю погоду у меня баня, в принципе, готова. А зимой, получается, еще не парился с этой печкой? А зимой нет, я еще не... Ну, зимой, как бы, в принципе, я не думаю, что будет значительно больше времени. Ну, 2 часа максимум. Не, ну, баня-то хорошо теплоизолирована. То есть, не из досточек, там, не щитовая, да, как бы, с бруса. Поэтому, я думаю, проблем тоже не будет. Ну, я тоже на это надеюсь. Виктор, ну что ж, спасибо за экскурсию по вашей бане, спасибо за рассказ о печи. Ну, единственное, конечно, да, нужно будет обезопасить саму баню, нужно будет поменять дымоход и сделать правильно потолочную разделку. Поэтому милости просим в магазины Фарнак, печка у вас есть уже, а вы покупайте дымоходы. Для вас, как для члена профсоюза, мы сделаем скидку. Друзья, я заехал на завод Термокрафт для того, чтобы показать вам то, как выглядит эта печь, потому что мы посмотрели, конечно, ее в действующем виде, но там не было видно некоторых нюансов, которых вам сейчас расскажу. Ну вот, кажется, что печка как печка. На самом деле, в этой печи металл 8 мм, боковые стенки 6 мм. Каменке довольно большой, который килограмм 50 камней входит, есть еще специальное технологическое отверстие, которое нужно для того, чтобы прочищать при необходимости внутренности печи. Бак с крышкой. Бак очень объемный. Изготовлен из конструкционной стали толщиной 3 мм. Два у него есть штуцера для подключения. Это вот с правой стороны. И с левой стороны в комплекте идет заглушка на 1/4 дюйма, который можно будет в одну из один из патрубков неиспользуемых закрутить. Конвектор тоже довольно толстый. Здесь, наверное, 1,5-миллиметровая сталь используется. В целом печь выглядит, конечно, такой добротной. Очень тяжелая печь. Когда ее сейчас устанавливали в выставочный зал, прям ребята кряхтели от натуги. 100 килограммов весит эта печка. Ну и дверку я вам показывал уже. Дверь очень такая массивная, очень солидная. Это дверка, которая применяется на котлах. Здесь еще стоит отбойник, который не даст ей прогореть. И сама дверка еще такая двухконтурная, как бы. Здесь установлен кремнеземный шнур. То есть дверка еще с такой вот ручкой. Поджимается она. Можно топить углем печь. Благо толщина стенок топки это позволяет. Обратите внимание еще на заднюю стенку. На задней стенке этой топки есть специальный такой профилированный элемент, который подает воздух из колосниковой зоны, из подколосниковой зоны в верхнюю часть для дожига тех газов, которые не сгорели. Вот, кстати, здесь еще видны элементы газоходов, то есть по бокам идет огонь, затем возвращается вниз и уже уходит в дымовую трубу. Но щель здесь сделана специально для того, чтобы в случае, если в дымоходе будет образовываться сажа, она без труда сыпалась в топки и в топке уже догорала. Ящик зольника просто огромный в этой печи.
широкий. Он такой же широкий, как и сам колосник, который установлен в этой печи. По-моему, на 150 он, да. Печь, несмотря на свои не самые внушительные размеры, довольно мощная. Она рассчитана на парилки, как я уже говорил в начале ролика, от 8 до 20 кубов. В принципе, Фрау Марта, или просто Марта, очень интересная печка, довольно тяжелая, но оно и понятно. Все-таки толщина стали здесь очень серьезная, 8 миллиметров. Печь на любителя, печь без каких-то там художеств и без особых изысков, просто обычная рабочая лошадка, которая будет трудиться вот в таких банях, которые мы вам сегодня показывали. Печь не самая дорогая, стоит она меньше 20 тысяч рублей, но ее масса и ее толщина стенок, она говорит о том, что печь все-таки прослужит вам очень-очень-очень долго, и это будет такое довольно выгодное вложение для вашей бани. Ну что ж, заходите на сайт farnax.ru, заходите в магазины Farnax, спрашивайте печи от компании Thermacraft, спрашивайте котлы от компании Thermacraft. Грядет котельный сезон. Ну а я с вами прощаюсь. До новых выпусков, до новых встреч. Пока!